сегодня в меню? Салат «Звезда» к 23 февраля. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца – 3 штуки. Рис – 150 грамм. Огурец – 2 штуки. Семга – 600 грамм. Оливки – 1 по вкусу. Майонез – 1 по вкусу. Креветки – 400 грамм. Листья салата – 6 штук. Сливочный сыр – 200 грамм. Вкусный салат к 23 февраля в домашних условиях можно приготовить очень легко. Предварительно отварите рис и креветки, после чего нарежьте ингредиенты для салата и выложите его по форме. Готовить такой салат можно не только к 23 февраля, но и к любому празднику или просто к романтическому ужину. Для салата нужно приготовить все ингредиенты. Креветки отварить, остудить и почистить, подготовить семгу, отварить до готовности рис. Для основы нам понадобятся листья салата. Выкладываем их на большое блюдо, а сверху майонезом рисуем форму звезды. Теперь по этому шаблону можно начинать выкладывать салат. Первым слоем будет рис. Следующим слоем будут нарезанные мелко креветки. Каждый слой нужно хорошо промазывать майонезом. Затем выкладываем слой из нарезанных соломкой огурцов. Промазываем сливочным сыром, а следующим слоем выкладываем натертые на средней терке яйца. Выкладываем завершающим этапом семгу, украшаем все нарезанными оливками. Вот такой праздничный салат получился. Для разнообразия такой салат к 23 февраля с семгой станет неплохой альтернативой мясным закускам. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.